У Муроме продолжаются массовые субботники. К предпасхальной уборке города администрация в этом году подошла иначе. По распоряжению главы Евгения Рычкова чистота будет наводиться комплексно в каждом микрорайоне в отдельности. Подробности в сюжете. Подход к весенней уборке города будет изменен. С такого заявления началось сегодняшнее плановое совещание в администрации округа Муром. Евгений Рычков довел до руководителей коммунальных служб новый принцип организации субботников. Не вот так вот размазать по городу все бригады, технику, а брать районы, да, определенные, и в них, скажем так, за короткий период убираться всеми усилиями. Вот сейчас это Южный, Фанерный, Крачаров, потом по графику буквально там вот, ну, получается 9 дней, и, собственно говоря, город должен быть чистым. Для чего это делается? Для того, чтобы решить такие проблемы, ну, допустим, убрались, да, мусор там остается, кучи, мешки, и долгое время стоят. Вот такого быть не должно. Один день, один микрорайон. Согласно утвержденному графику, по определенным дням в микрорайоны будут стянуты буквально все городские службы. Спецавто, экотранс, тепловые сети. К ним присоединятся все дворники управляющей компании. К уборке приглашаются и все жители города. Население оповестят сотрудники курсов. К наведению чистоты с сегодняшнего дня уже приступили школьники Мурома, сформированные в трудовые бригады. В течение недели девушки и юноши будут выполнять различные задания. Мусор собирать, вот так мести, гробастать, иногда красить там, может, что-то, заборы там, и окна мыть. Например, силами трудовой бригады 14-го КОСа сегодня был очищен от склянок и бумаг сквер на улице Щербакова. Второй год помогают очень хорошо детки, трудовые бригады. Они собирают бумажки, собирают мусор. Вот посмотрите, как они вычистили сегодня скверик. Чистенький. Даже набитые склянки, и то поднимают руками. Все собрали. Молодцы, ребята. Трудовая бригада очень нужна. Последовать примеру муромских подростков должны и все жители города. Например, завтра к очистке дворов приглашаются жители Южного, Фанерного и Карачарова. 20 апреля трудовой десант высадится в центральной части города. Ольга Келешина, Александр Барсуков. Новости Мурома.